Приветствую, дорогие друзья! Сегодня продолжаем мототему. Пройти мимо вот этих красавцев просто невозможно. Их в музее техники Вадима Задорожного довольно много. Притом в совершенно разных версиях. Есть даже санитарные варианты. И модификации, обеспечивающие радиосвязь. Есть также мотоцикл, работающий на дровах. Вы все, наверное, знаете, что некоторые грузовики ГАЗ имели установку для возможности ездить на дровах. Но мало кто знает и, наверное, мало кто видел, Мотоцикл, который тоже может ездить на дровах. А он здесь есть. Как-нибудь обязательно покажу. А пока поговорим о базовой версии тяжелого советского мотоцикла М-72. Мотоциклы стоят в музее техники Вадима Задорожного. Ссылка на официальный канал музея в описании под видео или сейчас появится в верхнем правом углу экрана. Не забываем подписываемся. А теперь непосредственно переходим к легендарному мотоциклу. Ни для кого не секрет, что советский тяжелый мотоцикл М-72 является копией немецкого BMW R71. Кстати, эти мотоциклы в музее представлены в изобилии. Что BMW, что Цундап, например. Но сегодня немного о другом. К началу Второй мировой войны Германия выпускала по 200 тысяч мотоциклов в год. Для начала 40-х годов это была просто фантастическая цифра. СССР такими темпами похвастать не мог. В этом плане перевес был просто невероятным. В Советском Союзе вообще недооценивали важность мотопехоты. Однако практика реальных военных действий быстро показала, что мотоцикл просто незаменим в условиях реальной войны. Мотоциклетные части обладали оперативной маневренностью, быстро просачивались через бездорожье, вклинивались в тыл врага и наносили непоправимый ущерб. В СССР к такому раскладу подготовиться просто не успели. Ситуацию начали исправлять в 1940 году, Главное автобронетанковое управление Красной Армии срочно проводит испытания 15 моделей мотоциклов различных производителей. В ходе тестов выяснилось, что лучше всего для реальной войны готов немецкий мотоцикл BMW R71, который уже состоял на службе вермахта. Решено было сделать копию этого мотоцикла, но ну, на советских заводах, специально под нужды армии. Специально для этого в Швецию отправляются представители СССР, и секретно закупают несколько мотоциклов BMW и срочно перевозят их в Союз. Советской промышленности предстояло сделать точную копию мотоциклов Фермахта. Советским инженерам и конструкторам объяснили, что никакой самодеятельности здесь не надо, поэтому с 1941 по 1943 годы какие-либо изменения в конструкцию клонированного мотоцикла носить было просто запрещено. Была поставлена задача сделать стопроцентную копию. Мотоцикл предназначался только для армии. Даже после войны мотоцикл М-72 не продавался в частные руки. Все произведенные в СССР мотоциклы шли только на нужды армии. Но этот запрет был снят в середине 50-х годов. Первые серийные мотоциклы Советский Союз получил благодаря Московскому мотоциклетному заводу ММЗ. Там мотоцикл производили с 1941 по 1951 годы. Также производство было налажено в Харькове, но продлилось недолго. К проекту подключили Завод Красный Октябрь в Ленинграде. Ну и там не удалось наладить массовое производство. Ведь война так быстро вносила свои коррективы, производственные планы, что сборку мотоцикла постоянно переносили. В итоге было решено основное оборудование эвакуировать. Так оснастку для производства двигателей, коробок, рам перенесли вглубь страны. Именно благодаря этому обстоятельству город Ирбит на долгие годы стал родиной тяжелых советских мотоциклов. Туда же переехала основная масса инженеров и конструкторов. Одновременно с Ирбитским производством было открыто еще одно предприятие в Горьком. Горьковский мотоциклетный завод. Из-за того, что все заводы делали одно и то же, визуально даже отличить первый мотоцикл было практически нельзя. Все мотоциклы М-72 были похожи и не имели логотипов и надписей о месте производства. Ближе к концу видео я покажу вам мотоцикл Московского мотоциклетного завода ММЗ. Вот он немного отличается. Как раз наличием эмблемы и другими мелочами. В частности, мотоцикл ММЗ имел, например, другое по форме переднее крыло. Но основным заводом по сборке данной техники, конечно, стал Ирбитский завод. Там производство наладили в кратчайшие сроки в цехах бывшего пивного завода. И уже с 25 февраля 1942 года на фронт пошли первые Ирбитские мотоциклы. Вплоть до 1955 года. М-72 производили только для армии. Но позже появилась и гражданская модификация. Но версия для народа получила огромное количество отличий. На мотоциклах появилась и собственная эмблема ИМЗ – Ирбитский мотоциклетный завод. А с 1951 года параллельно с Ирбитским заводом производство М-72 было налажено на киевском мотозаводе КМЗ кстати, даже после войны все гражданские версии мотоцикла М72 стояли на учете в военкомате и в случае войны подлежали реквизиции для нужд армии. А теперь поговорим немного о конструкции М72, он же BMW R71. В основе конструкции дуплексная рама, телескопическая передняя вилка, пружинная задняя подвеска. Кстати, боковой прицеп здесь крепили на рессорах. Никаких амортизаторов и пружин для военных версий не предполагалось. В качестве силового агрегата мощный оппозитный двухцилиндровый мотор объемом 746 кубических сантиметров. Движок при этом был еще и четырехтактный с двумя карбюраторами. Мотор развивал солидные 22 лошадиные силы. Такой мощностью не могли похвастать даже многие легковые автомобили того времени. Коробка передач была четырехступенчатая. Привод на заднее ведущее колесо осуществлялся с помощью карданной передачи. Официальный расход топлива в среднем 7 литров на 100 км пробега. Бензобак при этом вмещал 22 литра топлива. Вся электрика была 6-вольтовая. Масса мотоцикла с коляской достигала 350 кг. При этом почти на всех военных версиях стояло дополнительное вооружение плюс боеприпасы. Надежность и неприхотливость двигателя обеспечивалась шестеренчатыми передачами, которые передавали крутящий момент на все вспомогательные агрегаты. То есть на генератор, маслонасос, прерыватель и так далее. Никаких ремней и цепей не было, так что особо и ломаться нечему было. Коробка передач имела одну особенность. Передачи можно было переключать как ногой, нажимая на соответствующую педаль, так и рукой. Для этого был предусмотрен дополнительный рычаг справа от КПП. Чтобы силовой агрегат и коробка передач были максимально близко, близко расположены друг к другу, немецкие конструкторы применили интересную схему. Левый цилиндр смещен относительно правого, в результате такого решения удалось уменьшить размер картера и снизить общую массу движка. Оппозитная конструкция обеспечила очень низкий центр тяжести, что позволило сделать мотоцикл максимально устойчивым даже на плохих дорогах. Все военные версии М-72 имели дополнительные сумки для хранения боеприпасов, а на боковом прицепе был установлен специальный кронштейн для ручного пулемета. В основном на этом кронштейне устанавливали пулемет Дегтярева, его вы тоже можете увидеть на нашем видео. Были другие крепления для совершенно другого вооружения. Кстати, например, специально для армии была создана версия, где вместо коляски стояла платформа для установки минометной установки калибра 82 мм. После Великой Отечественной войны немецкий БМВ Р71 и его клон М72 стали настоящей находкой для советских инженеров, которые принялись вносить правки в конструкцию и улучшать модель. В итоге военный М-72 стал настоящим прародителем для всех Днепров и Уралов. Ну что, мои дорогие зрители, надеюсь, вам было интересно поближе рассмотреть данный мотоцикл. А впереди нас ждет еще интересный обзор полноприводного немецкого военного внедорожника 1941 модельного года. А пока до новых встреч на просторах интернета.